Естественно, в жалобах мы требуем отменить постановление Лефортовского районного суда и отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении сроков содержания под стражей. Наша позиция основывается на нормах международного права, Третьей Женевской конвенции, согласно которой форма содержания под стражей военнопленных не разрешена. Просто конвенция не предусматривает такого, запрещает содержать военнопленных под стражей. И, конечно же, мы требуем от российских властей соблюдения норм международного права, норм конвенции. Что касается рассмотрения в понедельник. Помимо жалобы, поданы ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания. Для того, чтобы на этот протокол, в случае, если там есть несоответствие, подготовить замечание. Ну вот, что касается понедельника, это первый день, когда нам будут выдавать протоколы.